День добрый! На связи МК Бацкий! Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру, давным-давно успевшую стать культовой, под названием Grand Theft Auto San Andreas. Да, мои дорогие друзья, мы продолжаем. И это у нас уже с вами постполуюбилейная 46-я часть. Ну что, вы готовы? И погнали мы? Конечно, погнали, и вы готовы. И сегодня мы с вами соберем, правильно, сегодня мы с вами соберем устрицы. В Лос-Сантосе устрицы, ну давайте по порядку, да? Для чего, что такое устрицы? Как вы помните, мы с ними сталкивались. Устрицы это такие вот предметы, находящиеся в воде. Ну что такое в реальности устрицы? Я не буду вам рассказывать, это будет глупо, что ли. Я думаю, вы имеете представление о том, что такое устрица. В игре это вот такие некие объекты, которые можно собирать. Они находятся под водой. Каждая устрица дает вам 100 баксов. Всего в игре расположено 50 устриц. Они разбросаны по всему Сан-Андресу. То есть по Лос-Сантосу, Сан-Фьерро, Лас-Вентуросу, Тьерри-Рабадо и Красному Крабству. Да? За сбор всех устриц вы получаете бонус. Да? Что конкретно, если вы их все соберете? Если вы соберете все устрицы, во-первых, вы получите процент прохождения игры. Это является обязательным, сбор всех 50 устриц является обязательным условием для того, чтобы получить 100% прохождения игры. Если вы хотя бы одну не возьмете, игру вы не пройдете полностью, да? На 100%. Это первое условие. Второе условие, точнее, второе итог, что оно вам дает. Че, на наших деньгах стоит что-то мало, их мы что забирали недавно, вот нет. Ну и что-то, кстати, мадамы. Второе, это вам, у вас будет до максимума увеличен объем легких. Для чего это нужно? Когда вы окажетесь под водой, у вас появляется под водой. Ну, когда вы даже в воде оказываетесь, у вас появляется индикатор кислорода. Сейчас вы это все увидите. И когда вы под воду ныряете, у вас начинает падать кислород. Соответственно, что тут у нас? За... Соответственно, есть такой параметр, как легкие, да? Объем легких. То есть, чем он выше, тем больше воздуха сможете брать, соответственно, тем дольше вы сможете находиться под водой. Соответственно, вы его сами можете прокачивать, но до сотки самостоятельно вы хрен его прокачаете. Но это возможно, но хрен его прокачаете. Но, тем не менее, если вы его не прокачаете до сбора устриц, то ничего страшного, когда вы все 50 соберете, он у вас будет прокачан до конца. Вот видите, у вас у нас уменьшается вот этот параметр выше полоски здоровья, да? Вот, кстати говоря, устрица, ну вы помните, как она выглядит. Только сразу хочу предупредить, мы сегодня будем брать, я помню, я вот немножко проплавался даже, да, в Лос-Сантосе у нас находится 11 устриц, 2 устрицы мы во время прохождения взяли, это для тех, кто это видео потом будет смотреть по сбору устриц. Я вам сразу говорю, где находится. Первую мы взяли в особняке Мэтт Дога, там есть бассейн, не внутри, а с внешней стороны, залезьте, посмотрите, там в бассейне лежит одна устрица. Взяли мы ее во время прохождения первой миссии OJ Log, там можете посмотреть, если что, брали здесь ее. И вторую устрицу мы взяли в Глен Парке, вот здесь вот она находится, внутри. Я вот не помню, в какой миссии мы ее взяли, ну и, по-моему, когда мы граффити зарисовывали, мы сюда заехали. В какой части, только не помню. Ну и не суть важно, вы поняли, да, вот это вот, здесь мы взяли одну и вторую здесь. Итого мы взяли две штуки, осталось нам 9 штук взять в Лос-Сантосе, да. Сейчас возьмем третью. Вот взяли, три, видите, 3 из 50 устрицы. Видите, у нас здоровье начало уменьшаться, потому что кислород упал. Вот и стаб зажмите, видите, есть параметр объем легких. О чем я, собственно, говорю. Дальше пойдем по течению. Первую вот вы запомнили, где она находится, да, вот здесь вот. Вторая будет, ну и сегодняшней партии. Чуть дальше, нам надо проплыться. Как раз будет возможность поплавать, выносливость покачать. Посмотрим, как это выглядит в игре. Акула, бежим! Или дельфин. Не критично, дельфин, по-моему. Все равно не агрессивный здесь. Вторая будет дальше по течению. Где-то вот под вот этими мостиками, насколько я помню. Так вот, какие выгоды? Первое, вы получите процент прохождения игры. Вот она. Второе, вы получите максимальный объем легких. Третье, вы получите максимальную сексуальность. Ну, наверное, это связано с вот этими, вот, знаете, легендами про лосов жемчуга, да? Опять же, может быть, там какой-то афродизиак, я не знаю. Ну, в общем, привлекательность у женщин у вас возрастет до максимума, и это будет всегда, вне зависимости от того, какую одежду вы будете надевать, и вне зависимости от того, на какой машине вы будете ездить, потому что в основном машина хорошая повышает сексуальность главного героя.
Вот, такой вот итог. Ну и вы сможете знакомиться со всеми девушками Карла, это отдельно четвертый, не связанный с сексуальностью, вне зависимости от привередливости их, скажем так. То есть, например, когда вы придете, она вам скажет, а ты там слишком худой, там тебе надо кушать больше, да, чтобы впечатлить эту девушку. А другая скажет, а ты слишком, ну это, например, какая-нибудь Барбара вам скажет, ой, Мишель. Или другой пример, это вот про мускулистость, Хелена вам скажет, что ты слишком накачан, ты что, ел стероиды на завтрак, типа, да, надо будет мускул уменьшать, сейчас что, довольно проблематично сделать, если вы их накачали до максимума, и довольно обидно, кстати говоря. А так вы сможете спокойно с ними знакомиться. Ну и пятый итог, это если вы с какой-то девушкой успели посраться, то есть опустить уровень отношений до нуля, и она вас бросила, то вы сможете с ней познакомиться заново. Это относится ко всем девушкам, кроме Денис, потому что она сюжетная, скриптовая, вы с ней не знакомитесь. И, по-моему, это еще не относится к этой, к Милли. Я не буду говорить, кто это, но по сюжету вы все видите, потому что она тоже сюжетная. По-моему, к ней это тоже не относится. Ну вот. А сбор конкретной устрицы вам, кстати, тоже дает, по-моему, процентик. Можно сейчас проверить, кстати. 18.72% прохождения игры. Где-то здесь, около маяка, я помню. Сейчас найдем. Где-то здесь, я помню, была. Вот она. А, не утонуть бы. Давай, сижу наверх. Фух. Ну, хоть объем легких прокачаем. Боже, и пошел. Так, 18.72. Нет, сбор конкретной устрицы процент не повышает, однако, на удивление. Повышает именно сбор всех. Это такой вот интересный факт. Кстати, вот эта машина хорошая. Сколько здесь сексуальность, ушка такая высокая. Я ее сохраню, знаете, потом она нам пригодится. Сейчас я не буду вам спойлерить, но я ее сохраню, потом она нам пригодится по сюжету. Ну, не по сюжету, точнее, по дополнительной деятельности. Пригодится. В любом случае, так что мы ее засейвим, так сказать. Потому что здесь сексуальность высока. Я его здесь вот припаркую. Пригодится. Полезная штука. Так, а сбор конкретных устриц вам дает по 100 баксов. То есть, если вы с полностью соберете все 50 устриц, то вы получите, соответственно, 5000. Ну, сами понимаете, мотивация так себе на самом деле. Это убить двух или трех наркоторговцев здесь. Но тем не менее, мелочи приятно, да? Так, мы взяли сами 1, 2, 3, 4, 5 устриц, да? Надо еще 6 взять. Ага. Так что, для чего нужны устрицы и почему их надо собирать, я думаю, я вам объяснил. Тут немножко игровой теории. Игровой механики. Так что это хорошо. А сейчас пойдемте и соберем остальные. Тупая шлюха. Куда она лезет? Ну вот это правильно отскочило туда. Ой, чуть-чуть я увлекся нам не туда. Что-то я увлекся. Так, где-то. Где-то здесь, вот в этом секторе, это тут плавать хрен найдешь по памяти. Реально хрен найдешь. Что-то типа заштриховано на карте. Так, видите, как будто пляж каменистый, хотя ни хрена не каменистый здесь. Почему я это сделал, непонятно. Но тут низкий уровень воды, я надеюсь, мы не пропустим, если будем плыть вот так вот. Это было 100 лет назад, когда я их собирал. Вот она. Не так уж и глубоко. Ныряй, Сиджей. 6 из 50. Здорово. Погнали обратно. Потом постепенно мы будем, когда продвигаться по сюжету, будем заходить в новую местность. Блин, мы же ее утопили. Точно, зачем? Ладно. Когда будем продвигаться по сюжету, мы с вами будем приходить и к другим таким вот местам. С устрицами, да, мои дорогие друзья, устрицы мы будем собирать с вами. Мы их уже собираем. Ну, как минимум, потому что это необходимо для 100%, это как минимум.
Беспалево, да? Кстати, мы можем скилл качать. Ну, убивайте, не будет. Ой. Потому что сейчас эту фишку заметил, это работает. Так, где-то вот здесь вот я знаю еще одна. Но на это может потребоваться время. Потому что я говорю, это было 100 лет назад, когда я их собирал. Вот я не помню, собирал ли я их как граффити сам. По-моему, собирал. Объем легких увеличен. Теперь ты можешь дольше задерживать дыхание. Видите, немножко прокачали моего объемчик легких. Вот где-то здесь, вот я помню, где-то здесь надо плыть, смотреть, искать. Потому что это, я говорю, очень давно было. Сижи, не удыхайся. Просто тут, видите, неровность местности там может она скрываться. Или не может. Нет, здесь нет ее. Ну, в смысле, местность не падает. О, медуза. Так вот здесь медуза выглядит. Они безопасны, как и все морские животные. Вон она, вижу. Ну, их запрятали тут, конечно. Тут, я бы даже сказал, они немножко имбалансно расположены. Так, еще 4 штучки нам осталось. Я помню, где они находятся. 3 в доках морских и 1 на пляже... Ну, восточном пляже, или как он называется. Короче, вот 3 вот здесь вот и 1 где-то вот здесь тут мостик был. Ладно, найдем. Да ладно. Дайте машину какую-то. Санрайз. А тут граффити был, вы помните. Чё это было? Чё это? Ой. Да, движение бешеное. Видите, скилл качается. Сейчас взлетну. Буду. Чё, нет? Не видел. Ну, я не против. Так, вот вспомнить бы, где здесь находится. Одна под мостом, вот под этим, не под этим, я не помню, честно. Кстати, что там скилл почти докачали. Все, умение стрелять с пистолета-пулемета. Достигнут уровень киллера. Теперь ты можешь стрелять движение. Повысилась дальность захвата цели, точность и скорость стрельбы, а также скорость пукового перемещения. И что у нас там осталось не прокачано? Вот это, по-моему, еще. И все. Умение стрелять из обреза лучше. Продолжай практиковаться, когда достигнешь уровень киллера, что даст тебе возможность стрелять сразу из 2 обрезов. Вот оно. Помню. Так, ближайший причал там. Кстати, по возможности качать себе объем легких. Потом это нам пригодится. О, запила, она нам не нужна. Да и ножик устраивает. Хотя без запила вещь веселая. Это вы знаете еще по Vice City. В GTA 3 не помню, есть она или нет. 100 лет назад это было. Vice City точно помню есть. Так, тут где-то у нас еще скрытое. Только вспомнить, где. Неужели плавать придется? Ну, давайте поплаваем. В принципе, не ошибемся. Выносливость покачаем. Я же заранее не режиссировал, я и говорил, только единственное, проплавался в некоторых местах. Вспомнил ориентировочно, где, что и как говорится. Звездочка у нас... Звездочка еще до сих пор висит, что довольно интересно.
Плыви, Сижи, плыви. Слышите пробел, да? Ныряй. Ничего не вижу. Тут нету. Запросто может быть. А, уже плаваем. Нету здесь. Ну где-то здесь, я помню, две штуки было. Ну, три считай, ту, которую мы взяли. Но не считай ее, две еще осталось. Сейчас проплывемся, найдем. Немножко скачаем. Полезный параметр. За углу лучше заглядывать. Нет, у корабля точно нет, это я помню. Походу с той стороны. Плыви, лес, плыви. Оно не тонет. Вообще тонет. Нет, оно всплывает. Сижу всплывает. Под кораблями в Сан-Фиере есть. Устрица, это я помню. Но нам с вами еще до Сан-Фиера, ого-го. Хотя мой самый любимый город. Вот она одна. Сейчас можно скинуть на поверхность. Самое интересное, что скилл объемы легких качается даже тогда, когда вы просто в воде плывете по поверхности воды. И когда вы даже на суше, пока воздух легких восстанавливается. По-моему, так было раньше. Если что не поменяли, или если я ничего не путаю. Подождите, а под этот мост мы прыгали. Ну да, мы прыгали под него. Нет, под это мы не прыгали, мы под этот прыгали. А вон он, да. Где под мостом были? Угу. Угу. Последняя осталась, я помню тоже, где она. Последнюю я отчетливо помню, так что сейчас с вами за ней. Потом... Может быть, на свиданку с Денис, потому что это мразота в крае охренела. Штрафит нас по каждому поводу и без повода. Эй, эй, перестань трогать меня здесь. А где тебя трогать можно? Стойте, дайте мне машину. Прикольно, как тащили за машину. Я не хотел это делать. Тихо, борьба с призраком. Деньги оставь себе. Тоже поставим. Вот как она относится к сексуальности. Повышает. Это очевидно. Пхин, задаю копа не этого у турка. Как дебил, уйди. Веселые у него крики. Oh, what you doing, my wheel? Ай. Дебил, куда ты прыгаешь? Ладно, слышно. Или мы проехали? А, проехали. Да, проехали. Разворот. Беспалево. Ладно, если... Еще фарузики прилепят. Здесь не конечно. Вон, вон он, видите, мост пролетел. Серьезно? Эй,
подождите, мне показалось. Это она или... Или я что-то путаю? Да... Блин, серьезно? А, нет, это ЗР. Странная модификация. Первый раз такую вижу. Она какая-то неестественная. Хм. Похоже на Альфу была. Машина так называется Альфа. Или е... Не, Евро, по-моему, называется. Улики. Хотя хрен с ними. Кто-то врезался в нее. Вот только я не помню, где именно здесь оно. Между какими? Ну, я знаю, что оно здесь. Короче, я хрен с ним. Прям на воду. Давай, давай, ныряй. Или в конце тут. Чё? Чё-то я не понял сейчас. Она жди. Это точно помню. Ну, в глубине нет. У нас то есть плюс. По этой стороне не вижу ее. Бьем легких качается. Я что-то напутал. Хм. Не, она правда здесь была. Или я что-то путаю? Да нет ее здесь. Или у другого мостика. Ну, у какого-то мостика. У этого, по-моему, была. Была, по-моему, у этого. Этого. Я ее тут не вижу. Может, подальше отплыть надо? И где-то она пониже. Нет, я помню, что она здесь была. Вроде как. Или я опять что-то путаю. Да нет здесь ни хрена. Бутина. Наверное, у другого мостика. Я, наверное, почему-то подумал про это. Давайте к тому отплывем. Может, у того мостика. Говорю, 100 лет назад это все собирал. В прошлой жизни. Угу. Да, вот у этого. Тю, я почему-то про тот всегда думал. Тю. Окей, мне несложно, заберу у этого. Так, ну что, мои дорогие друзья, поздравляем. Все устрицы в Лос-Сантосе взяты. Насчет двух я вам сказал, где остальные где искать. Это в Гленпарке. И в особняке Мэтт Дога. Я просто туда не пойду, потому что их там уже нет. Да и мы сами собирали, если вы смотрите прохождение именно, то вы помните этот момент. А если вас интересует... опять это мразота. Может, не стоит у тебя связи на эту штуку? Да, я только за! Ну блин, ну почему? Лучше бы она устроила бы свидание с одним из ее дружком. Я бы не возражал. Все равно она проститутка. А что за ней каждый раз ходить, чтобы она охренелась на вас? Да ну нахрен. Ну ладно, раз позвонила, то нам надо сходить с ней на свиданку. Я говорю, только она нас домахивает. Она нас домахивает. Остальные девушки такой не занимаются. Только она. Причем проститутки работает только одна из девушек сижая. Она. И она домахивается. Hey. Hey, lady. Take me for a drive, player. Okay, ain't it great round here, CJ? Ну давай прокатимся по району. Да, Лос-Анджелес всегда красив.
Carl, I ain't just a cheap fling. Yeah, go on. Уроженная. Сижу, с ней нравится проводить время. Keep talking. Take me back to my place. You want to have some coffee? Mm-hmm. All right, let's have us some coffee. Ни хрена себе у нее у нас не отношения слетели. Капец, а сколько раз ей еще ходить надо будет? Вот же ж сучка. Я ее ненавижу. Так, денежки. 2 210. Денежки. Тачки корешей трогать не будем. Так, ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баски, и мы сегодня сами вновь продолжали играть интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру под названием Grand Theft Auto San Andreas, и чего мы с вами достигли. Первое, мы с вами собрали 9 устриц, всего 11, да? Второе, мы с вами, ну я вам рассказал, что такое устрицы, что я не представляю, в чем их суть, зачем их надо собирать. И я вам... ну и мы сходили на свиданку. 2018 патрон, 2018-2! Вы поняли, да? И этот... Что он втирал-то? Ну и сходили на свиданку с этой потаской девушкой Карла Денис. А, кстати, это, по-моему, даже не девушка. Это, знаете, это не девушка. Помните, я тогда сказал, что это с девушкой этот свит? Нет, это... Это девушка... Тут и девушка, это сестра Карла, ну, из свита, соответственно, из Кендалл, из бета-версии. Там у нее такой скин был. Он у нас остался в игре, потому что она, как персонаж, нигде не используется. Поэтому в... Что я сделаю? Не такого понажал. Ну все равно мы сходить не будем, свой дом уже еще будем. Этот, в миссии Цезарь Виал Панда, там она догнать себе в машине сидит, вот такая вот баба. Ладно, ну что, мои дорогие друзья, на связи... Что это за... Над стульями странные подсветочки. Ладно, что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баски, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео. На нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!